8 июля состоялся праздник, посвященный Дню города. По традиции, празднование свершилось на нескольких площадках города. Парк культуры и отдыха, городской стадион, микрорайон «Машиностроитель». Открылся праздник турниром по шахматам и нардам. Юные волжане приложили массу усилий для участия в конкурсах «Юный художник» и «Я рисую Волжск». А ну давай подергаем головой, а ну давай подрыгай его как ногой, а ну давай расстегивай свой пиджак, а ну подвигай бедрами, о, вот так, тебе добавь энергии, пальцы рук. Стартовал уже пятый этап открытого кубка по мотокроссу. Города. Желаю всем здоровья, хорошего настроения, ярких впечатлений от этого праздника. Пусть все радуются, веселятся. Мы будем жить, любить, дружить. С праздником, с Днем города! Приветствуем словом и поздравлением к волжанам обратился и временно исполняющий обязанности главы Республики Мариэл Александр Евстифеев. Город Волжск пережил разные периоды счастья и ненастья в своей судьбе города и населенного пункта. Это были моменты и колоссального подъема, это были моменты успеха, это были моменты высоких достижений, достойных заработных плат, это были моменты безусловного счастья для каждого жителя города. Но и сейчас не только трудности есть в городе, но в городе сохраняется колоссальный потенциал, и задача и власти города, и власти республики этот потенциал поддержать. Город обязательно должен развиваться, и жить в городе должно быть не только престижно или почетно, но и комфортно. Вот ровно к этому мы с вами и должны стремиться. Вечер дополнила концертная программа «С днем рождения, Волжск». Завершился праздничный концерт красочным фейерверком.